Приветствую всех рыбаков. Я сегодня хочу рассказать вам о простой, но эффективной наживке для ловли карася, карпа, амура, толстолоба и вообще любой белой рыбы. Это наживка из камыша. Нам понадобится зеленый камыш. Вот. И вот эта толстая часть. Стебель. Листья мы отрываем. Вот так снимаем. Так. Вот. И у нас получается вот такая мягкая стеблевая часть. И вот кусочками мы отрываем, либо нарезаем ножиком. И вот у нас уже есть готовая насадка. Очень хорошо берет карась, также амур. Она компактная наживка. Хорошо держится на крючке. Вот. И берем наш крючок и насаживаем. Вот так. Как видим, жало выглядывает. Рыба хорошо подтекается. Мне она очень нравится. Особенно весной, когда рыба активно ест зеленый камыш. Эта наживка как никогда перспективна. Все. Спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели меня. Подписывайтесь на мой канал. Ловите рыбу. Ни хвоста вам, ни чешуи. Удачи!